Мир несправедлив вообще, а мир кулинарии несправедлив в частности. Все нужно что-то особенное готовить, необычное, из экзотических продуктов. А старые герои, из тех, что веками помогали людям выжить, забыты или как минимум находятся не в чести. Вот капуста. Приготовьте капусту. С древних времен капуста была важнейшим пищевым ресурсом. Основной пищей не только бедняков, но и богачей. Дело в том, что люди, ничего не зная о витаминах, микроэлементах и килокалориях, случайно поняли, капуста, все ее сорта – уникальный источник жизненно важных для организма веществ. Говорят, на территорию Киевской Руси чуть не все свободные от зерновых и репы плодородные земли были засажены белокочанной капустой. Что ж сейчас? Попробуйте найти рецепт обычной жареной капусты. Ой, это не так просто. Вы запросто найдете рецепт диковинных голубцов, капусту с трюфелями, а обычную жареную капусту нет. Почему? Да потому что с ростом благосостояния населения это блюдо перешло в разряд полезно, но противно. Я утверждаю, это неправильно. Мы просто разучились ее готовить. Принципы повседневного приготовления капусты забыты. Жальтесь над нею. Дайте ей возможность вернуть ваше уважение. Она этого заслуживает. А для того, чтобы задача популяризации капусты не показалась простой, сегодня никаких салатов, никаких голубцов, только жареная и тушеная капуста. Дивіться далі у програмі. Капуста – це повноцінна їжа. З чого вона складається? Принципи, що дозволяють зробити будь-яку капусту вашим улюбленим та швидким гарніром. Чого саме ми не робимо, щоб капуста була смачною? Як і чому треба готувати соус до капусти? Крім цього, ми приготуємо бігос. І секретів у технології приготування капусти для вас не залишиться. А тепер про все по порядку. Извините, но сейчас я продолжу вас убеждать в том, что капуста – еда. Я сам удивился, начал читать и буквально прозрел, насколько эта трава питательна и полезна. Вы когда-нибудь слышали от меня слово «полезно»? Нет. Так вот, если я так сказал, значит, на то есть причина и не одна. Капуста огородная, белокочанная. 100 граммов капусты по содержанию витамина С равно 200 граммов апельсинов. Витамин П, необходимый для сосудов, противоязвенный витамин У, полный набор микроэлементов. В обычной белокочанной капусте вдвое больше белка, чем в огурцах. В полтора раза больше, чем в перце, помидорах и баклажанах. Жиров тоже больше. В 4 раза больше, чем в той же тыкве. А вот углеводов, от которых поправляются, немного. Давайте на время оставим белокочанную капусту, возьмем заморскую. Брюссельскую. Не очень для нас привычная штука и, откровенно говоря, не очень вкусная. Забегая вперед, скажу, ее можно научиться вкусно готовить. Но самое интересное, 100 граммов этой капусты равно 200 граммов грибов по калорийности. 200 грамм спаржи, 200 грамм тыквы и 300 грамм огурцов. Сравним с картошкой. Здесь 18 граммов углеводов, от которых поправляются. А здесь всего 8. Здесь 2 грамма белка, необходимого для восстановления структур. А тут не намного больше. 3,5. То есть капуста – еда. Ею можно наесться, и каждый сорт капусты интересен по-своему. У всех видов и сортов капусты есть общее. Как бы мы ни говорили о питательности и калорийности, все же в основном это все вода. Достаточно при помощи температуры разрушить каркас растения, и мы получим что-то мягкое, разваливающееся в руках, в общем, на любителя. Это первое общее. Второе общее – вкус и запах. Вкус и запах капусты дает в основном белок. Принюхайтесь. Запах сырой капусты услышать нелегко. Он появляется при температурной обработке, когда белки начинают разрушаться. Этот запах нравится не всем, и, положа руку на сердце, он не всегда уместен.
Ну что ж, сейчас я продемонстрирую принцип, который позволит сделать любую капусту вашим любимым и, между прочим, самым быстрым гарниром. Не верите? Закончится программа, попробуйте пригоршню капусты так приготовить, и если не понравится, больше меня никогда не слушайте. Это будет 10 минут времени и 20 копеек денег. Есть задача – быстрый гарнир. Обычная капуста, сливочное масло, можно растительное, специи какие-то, я потом поясню, и было бы замечательно немного бульона. Вот есть в холодильнике суп, да? Возьмите вот столечко. Студенты могут взять даже бульонный кубик на первый раз. Режем капусту, как вам нравится. Но не нужно кочерыжку и не нужны самые плотные части в основании листа. Масло растоплено, бросаем и обжариваем. Все, что я сейчас делаю, можно назвать пассерованием. Я хочу немного карамелизовать, чуть уплотнить, быстро обработать при помощи высокой температуры. Это минута-полторы помешивая. Я не даю капусте перегорать, потому что потом я с запахом не справлюсь. Выливаем бульон, закрываем крышкой и пусть тушится, напитывая запахами бульона. Теперь можно класть специи. Я расскажу, какие подходят, а вы уже разберетесь. Подойдет все, что имеет пряный аромат. Нам нужен аромат. Черный перец, душистый перец, кориандр. Я бы рекомендовал тмин-кмин, фенхель. Можете смеяться, но изюм подойдет идеально. Чернослив подойдет замечательно. И где-то под конец соль. И вдыхаем запах. Ой, у меня пахнет хорошо, но если у вас пахнет плохо, можно взять лимон. И вот буквально несколько капель. Будет кисло, добавим сахар. Всего 6-7 минут, и блюдо готово. Вот он принцип. Капусту не нужно готовить долго. Это не обязательно, если удалены толстые части листа и если она помещается в сковороду. То есть вся капуста соприкасается с дном сковороды. 6, 7, 10 минут достаточно и на сковороде, и в кастрюле, и даже в пароварке. Капуста впитывает запахи, поэтому тушите и варите в бульоне и с приправами. Капуста как блюдо нуждается в жире, в масле, подсолнечном или растительном, даже в сале. Капуста заморская, брюссельская. Сейчас продается всюду. Прекрасно хранится в холодильнике до полугода, переносит замораживание. Непонятно только, что с ней делать, для того, чтобы ее могли есть не только любители постного и натурального. Один фокус мы с вами уже знаем. Перед подачей на стол полить горячим жиром. Но можно применить другой прием. Начну издалека. Как вам, наверное, известно, специфический вкус шашлыку придает отнюдь не дым, а температура от углей. Шашлык в духовке не получается из-за низкой температуры. А вот если она превышает 300 градусов, то белок дает знакомый всем вкус мяса, жареного на костре. Так вот, в брюссельской капусте тоже много белка. И если его как следует подогреть, мы получим не просто более выраженный, но совершенно другой вкус. Сначала делаем так. Снимаем все сверху. Да, полкочана нет, но, к сожалению, так надо. Эти верхние листья не едят. Они для хранения нужны в основном. Срезаем кочерыжку, делим кочан пополам. И на растительное масло, раскаленное. На пару минут, пока капуста не станет коричневатой. Первый этап завершен. А дальше есть вариант. Внутри капуста сырая. А вот поджаренный наружный слой, что называется, раскрыл тему запаха. Теперь ее нужно довести до готовности. Это 10 минут на пару в духовке или в той же сковородке. Все. В тарелку и обязательно вместе с соусом. Это, вам скажу,
не постная и очень даже вкусная. То же самое можно проделать и с цветной капустой, и с брокколи. Сильно и быстро обжарить до изменения цвета, затем дотушить или довести до готовности в пароварке или из печи. Однако, если у вас есть еще 10 минут, можно пойти дальше. Как вариант, попробуйте сначала приготовить, а вот теперь просто обвалять в сухарях готовую, пропитанную ароматами бульончика и специй капусточку. И затем обжарить только сухари, только снаружи. Посмотрите, это совсем другое дело. Кляр то же самое. Сначала подготовить, а уже потом в кляр и быстро поджарить только кляр. Вот знаете, это уже блюдо. Да, и как-то даже неудобно лить сюда просто масло. Сюда бы какой-нибудь бешамель. Но я, как и вы, боюсь играть в соусье. Слишком много нюансов. Надеюсь, через 2-3 минуты все наши страхи уйдут. Не встиг на кастинг Big Brother у своєму місті? За об'єктивом веб-камери на тебе чекають Big Слава та Big Гроші. Пройди Big Casting онлайн на bigbrother.com.ua. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Я начну издалека. Один мой друг недавно готовил соус бешамель по какому-то диковинному рецепту. Там полкило масла, несколько там килограмм муки, мускатный орех пригоршнями. Но, естественно, ничего не получилось. Так вот вопрос. Белый соус, соус бешамель. Есть какой-нибудь рецепт, вот правильный рецепт этих соусов? На самом деле все очень просто. Бешамель – это соус на основе масла, муки и молока. Вот, то есть это основа, производная, на основе которой готовятся различные все белые соуса. А вот в кулинарных книгах пишут основной белый соус. Это что? Ну, это, в принципе, это и есть наш бешамель. Хорошо, долго ли готовить бешамель? На самом деле нет. 5-10 минут, в зависимости от объема. Покажите, пожалуйста, если это возможно, как делается классический белый соус или бешамель. Давайте приготовим. Для этого нам потребуется молоко, масло и мука. Первое, что нужно сделать, помешивая, растворить наше масло. Процесс пошел, масло закипает. В принципе, соус готовим на сливочном масле. Растительное, опять же, повторюсь, мы добавляем где-то пятую часть для того, чтобы масло сразу не начало пригорать. Так, молока не надо, мы сразу сыпем муку. Постоянно помешивая, да, понемножечку. Вот чего нам нужно добиться, какой консистенции? Кремообразной консистенции на данном этапе. Теперь прокаливаем немножечко муку. Вот она как-то по-другому выглядеть будет или пахнуть будет по-другому. Что значит прокалим? Вот, до какой степени это нужно делать? Легкий аромат появляется у нас обжаренной муки. Угу. Все, мы смотрим, что как бы она немножечко поменяла цвет. Это тоже немаловажно. Угу. Главное не передержать. Теперь тоненькая струйка, начинаем вливать молоко. Так. И постоянно мешаем. То есть мы добавляем, я смотрю, молоко по мере загустевания, да, его? Да, вот здесь лучше уже на этом этапе применять венчик, для того, чтобы разбить все комочки. Венчик. Благодарю. Солим. Немножко соли совсем, чтобы не было полностью, ну, безвкусным. Очень похоже на манную кашу без манки. Что-то такое, да? Это правильно? Да, да, это правильно. Да, действительно. Стоит чем-то приправить. И вот вопрос такой. К капусте. Какой-то есть принцип? Принцип. В первую очередь мы добавляем жидкие компоненты. Это сметана. Если мы добавляем вино, то это вино. Кстати, вот мы вино подготовили уже. Есть одна маленькая хитрость. Посмотрите, какое оно красивого янтарного цвета стало у нас, да? На самом деле оно белое, когда оно в бутылке. Вот. Мы наливаем в два раза больше нужного количества вина. И на среднем огне даем закипеть и выпариваем. Готовим наш соус. Для этого сначала мы, так как он очень кислый, берем буквально ложечку вина, даем ему закипеть.
Видите, сейчас соус очень жидкий. Угу. Если мы будем сюда макать капусту или поливать капусту, он стечет. Угу. Поэтому мы нашу основу, наш соус бешамель, будем добавлять сюда. А по вкусу что мы сейчас делаем? Это какое-то классическое сочетание? Так как капуста тоже нейтральная. Угу. Так, мы сметана очень сочетается хорошо с молоком. Угу. Однородные продукты. А вином, зеленью, чесночком мы придадим оттенок такой, чтобы капуста имела дополнительный вкус. Кипеть ей долго не надо, так как это сметана, мы просто доводим до кипения. А почему просто не смешать со сметаной? Обязательно доводить до кипения? Да, потому как если мы не доведем до кипения, а сначала смешаем, то сметана может отслоиться у нас. То есть однородным соус не получится? Не получится. И добавляем бешамель. Опять же, небольшими порциями. Мы должны закипятить его и снять с плиты. То есть долго его варить совсем не обязательно. Белого перчика немножко, так как он очень у нас чувствуется сразу. Ой, сразу запах появился. Наконец-то появился запах. Теперь для того, чтобы его загустить потихонечку, чтобы опять же не переборщить, мы добавляем соус и ставим на плиту. Вот такой однородный густой соус у нас получился. Ну что ж, прошу. Спасибо, Павел. Вроде бы ничего сложного нет, но неудивительно, что изучить процесс приготовления основного белого соуса, соуса бешамель и других соусов на их основе по книжке просто невозможно. Белый соус – то, что нужно капусте. Но есть блюда на основе капусты, способные по аромату и богатству вкуса обставить самый лучший и изысканный соус. Речь идет о бигусе. Почему бигус? Потому что если, точнее, когда вы его приготовите, секретов в технологии приготовления капусты для вас не останется. Некоторые продукты удалить из рецепта нельзя. Капусту, нарезанную вот такими пластиночками, квашеную капусту, желательно без моркови, нельзя без чернослива и нельзя без грибов. Немного подробнее надо сказать о грибах. Во всех рецептах присутствуют сушеные грибы. Но на самом деле, когда есть возможность, поляки, как нормальные люди, естественно используют свежие. Сушеные грибы появились в рецепте не от хорошей жизни, а потому что они доступны круглый год. Они есть и зимой, и весной. Но сейчас грибное время, и почему бы не взять два свежих белых гриба? Нам нужен грибной вкус. Хотите, попробуйте добавить шампиньоны. И с мясом та же история. Мясо должно быть разным и жирным. Очень хорошо, чтобы был вкус копчености. Но что это, копченое сало или ветчина, уже не так важно. Вкус бигуса создает особая технология, несложная и нетрудоемкая. В основе технологии лежит способность капусты впитывать вкусы и запахи. С одной стороны, развариваться, становиться мягкой с другой. Ну что ж, поехали. Грибы. Мне нужен грибной бульон, но, естественно, сами грибы тоже пригодятся, поэтому мы их варим. Пока варятся грибы, мы замачиваем чернослив. Ик. В кипяточке. Капусту, мягкую часть капусты. Режем вот такими пластиночками. Вот. Даже вот такая штука подойдет лучше, чем обычная тонкостенная металлическая кастрюля. Так, теперь мы сюда чуть-чуть водички сразу. Потому что капуста очень быстро пригорает. По объемам приблизительно одинаково квашеной капусты и сырой. Сразу медленный огонь. Кладем сначала квашеную капусту. Так. А теперь сырую. Ждем, пока капуста осядет. Если начать добавлять другие компоненты сейчас, она будет плотной. Поэтому не спешите, ждите, пока упреет. А пока капуста преет,
мы готовим мясо. Мясо – это наш сыр. Больше ему взяться неоткуда. Мясо также значительная часть вкуса. Берем хороший кусок свининки и режем такими кусочками, знаете, что на один кус. Режем аккуратненькими, аппетитными кубиками. Обязательно сосиски. Ну или какое-нибудь другое копченое мясо. И жарим все это до появления ароматной корочки. Так, что у нас здесь? Вот, капуста начала упревать. Смотрите, она становится мягкой и чуть-чуть осела. Сейчас можно добавить грибной бульон. Так. Но он не должен покрывать капусту полностью. Максимум полкастрюли, лучше меньше. Все, наконец-то появилась корочка. Настало время добавить томатную пасту. Это обязательно. Хорошую с горой ложку томатной пасты. И все это нам нужно обжарить еще несколько минут, пока томатная паста не станет однородной и не перестанет браться комочками. Теперь мы обжариваем лук. Капуста готова, аромат прекрасный, все досолено, доперчено. Остается последний аккорд. И снова даем возможность потушиться. Лук не нужно пережаривать, он просто должен стать прозрачным. Вот, наконец, дошла очередь до грибов и чернослива. Нужно порезать маленькими такими полосочками, чтобы в каждой ложке был грибочек. Ничего, что долго, зато будет вкусно. Тоже сюда, пусть пока тут лежит. С черносливом придется повозиться. Его тоже нужно точно так же тонко, мелко порезать. Заметьте, чернослив лучше класть в холодную воду. Если вы зальете его кипятком, то проще будет затем приготовить из него джем. Фу, специи. Так, настало время специй. Это важный и ответственный момент. Теперь мы все это перемешиваем тщательнейшим образом. Закрываем крышкой. Еще 10-20 минут тушим. И даем возможность настояться. Сколько? Да сколько выдержите. Это был медленный рецепт. А теперь рецепт быстрый. Недавно мне на глаза попалась книга с советскими рецептами 60-летней давности. Ну что сказать, грустновато, зато невероятно просто и наверняка воспроизводимо. И вот давайте-ка мы отложим в сторону брокколи, кальраби, пекинскую капусту и попробуем приготовить небогатый, но все же вкусный и питательный обед, так как это сделали бы в старину в условиях полного, тотального дефицита. А сделали бы следующее. Вареный лист капусты посолили, поперчили, обваляли бы в муке, в панировке или в кляре, обжарили, приправили обязательно. Даже в те времена капусту обязательно приправляли жиром или сливочным маслом, или маргарином. Но мы-то с вами можем больше? Мы можем. Сварить капусту в бульоне со специями. Яйца, мука, сухари. Берем капустный лист, избавляем его от плотной части. Солим, перчим. Сворачиваем. Обваливаем в муке так, чтобы лист стал сухим. Теперь яйцо. И в панировке до тех пор, пока поверхность капустного листа не станет сухой. Ощущение, что сухарей уже достаточно, обманчиво. Дайте ему минуточку полежать. И обваляйте в сухарях снова. Ну вот смотрите. Сухое. Сухари почти не сыпятся, значит, можно на сковородку. Со сливочным маслицем.
Через несколько минут все готово. И подаем это с белым соусом, майонезом, горчицей, с овощами или как гарнир к мясу. Попробуйте. Это вкусно. Действительно вкусно.